День смеха отмечают сегодня во всем мире, а те, для кого смех и радость зрителя – это профессия, готовятся к новому шоу. В Новосибирске продолжается гастроли королевского цирка Гии Радзе. Какой «Оскар» вручает цирковым артистам и чем они готовы удивить новосибирскую публику? Удивление и восторг с первой минуты представления. Зал то затихает, то взрывается аплодисментами. В поистине королевских декорациях невесомые канатоходцы, акробаты, дрессировщики со своими питомцами. На арене львы, яки, розовые пеликаны, попугаи, лисы и кони. Делать не просто шоу, произведение искусства. Вот задача авторов. Поколение меняется, соответственно, меняются требования. Сегодня появляются новые технологии, и нужно не отставать. У нас нет ни одного просто циркового номера. Все мои номера и все мои аттракционы и спектакли и программы, они сделаны в стиле определенном. Это некое сплетение жанров. Это эстрада, цирк, мюзикл, театр. Это синтез. И, конечно, цирковая классика. Веселые клоуны и опасные трюки. Мы не первый раз уже на цирке Гии Радзе. Очень нравится. Так впечатляет, дух захватывает. Мы пришли специально себе поднять настроение. И мы получили огромное удовольствие. Здесь прям восторг. И музыка, и костюмы, и животные такие необычные. В этом году королевский цирк Гии Радзе завоевал самую престижную премию в среде циркового искусства. Ее еще сравнивают с «Оскаром». Это «Золотой клоун» международного циркового фестиваля, который проходит в Монте-Карло. Но лучшая награда, признаются артисты, полный зал и аплодисменты зрителей. Гастроли королевского цирка в Новосибирске продлятся только до 21 апреля. Артисты дают представления по субботам и воскресеньям. Надежда Котормус, Евгений Чижевский, Вести, Новосибирск.